Во вторник в Самарской области облачно и пасмурно. Местами пройдет небольшой дождь, возможно, гроза. Плюс 26, плюс 29 днем, ночью 21-23 выше 0. Ветер северный, северо-западный, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани тучи, дождь с грозой. Днем плюс 26 градусов, ночью плюс 22. В Тольятти пасмурно и без осадков. Днем плюс 27, ночью плюс 23 градуса. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. В Самаре облачно, утром возможен небольшой дождь, гроза. Плюс 29 градусов в дневное время, ночью плюс 23. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 47%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Температура воды в реке Волга 24-25 градусов. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.